Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви Оксфорда. Мы проходим цикл, который называется «Божественные институты и дух беззакония». Мы видим, что Бог управляет этим миром в большей мере через божественные институты, которые являют собой сферы делегированной власти. Он по-разному дает свою власть каждому из нас. Эти сферы власти называются божественными институтами. Наше подчинение Богу должно включать в себя признание, уважение, почтение и повиновение Божьим властям. Если мы хотим, чтобы у нас все было хорошо, сама природа сатаны и греха — это беззаконие. Это не просто прегрешение, неповиновение властям. Беззаконие — это отвержение самой божественной власти. Это означает жить без закона, отвергать Божий закон. Иисус сказал, что дух беззакония будет серьезно возрастать в мире, когда приблизится наступление последнего времени. Это говорит о том, что нас ожидает масштабное отвержение Божьей власти и Его закона люди начнут говорить «я свергаю всякую власть, я буду тем, кем захочу быть, я буду сам себе Богом, я сам буду определять, что мне делать». Вот это и есть дух мира. Мы должны понимать разницу между настоящей властью и духом беззакония. Мы видели, что в послании к римлянам 13 главе сказано «Всякая душа да будет покорна высшим властям». То есть во всех сферах. Мы видели различные сферы власти, которые Бог дал людям. Мы обсуждали свободную волю человека. Бог дал каждому человеку власть над его жизнью. Бог также дал нам работу. Мы имеем власть на работе. Также у нас есть брак и власть в браке и в семье. У нас есть власть в семье, у родителей есть власть над детьми. Все эти сферы власти были даны до грехопадения. Они определяют и описывают, как Бог построил наше общество. Важно, чтобы мы уважали эти институты и власть. В послании к римлянам сказано, Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Когда вы покоряетесь властям, вы на самом деле покоряетесь Богом. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Для них все кончится плохо. Это не означает, что власти совершенны. Власти, существовавшие во времена Павла, не были совершенными. Но мы должны смотреть за пределы человека и видеть ту власть, которую он несет. Власть может стать насильственной, когда она выходит за границы. В таких случаях от нас не требуется повиноваться ей. Мы должны повиноваться Богу, который является высшей властью, если же власть законна. Мы должны относиться к ней с уважением и подчиняться ей. Я хочу привести пример того, как работает дух беззакония, когда власть подводит. Мы видим это во времена Ноя после потопа. Ной был властью в своей семье над своими тремя сыновьями. Благодаря своей власти он спас их жизни от потопа. Но мы видим в этой истории из бытия 9 главы, как работает дух беззакония. Дух беззакония пытается прикрыться праведностью, чтобы дискредитировать и уничтожить власть, когда у него появляется такая возможность. Он ищет нанести удар, когда власть падает, используя случаи в качестве оправдания и основания для нападения, подрыва и даже попытки сбросить власть. Беззаконие и бунт в сердце человека часто проявляется, когда власть падает. Мы видим это на примере Ноя и Хама в Бытии 9 главе, где сказано, Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Скорее всего, это было не самое приятное зрелище, ведь ему уже было более 600 лет. Он лежал пьяный и голый в своем шатре. Этот случай показывает нам, что Ной согрешил, но это был грех глупости. За его грех не было определенного наказания. Но в этой главе мы видим больший грех. Это был грех бунта Хама. Обратите внимание на то, как братья отреагировали на грех Ноя, грех во власти. И увидел Хам, отец Ханаана. Мы увидим здесь и Ханаана, но Хам также важен, наготу отца своего. И выйдя, рассказал двум братьям своим. Его мотивацией было раскрыть и осмеять Ноя, унизить его власть. Вы должны понимать, что эти трое сыновей были верующими. Они спаслись во время потопа. Они были на ковчеге. Они были верующими. Но, несмотря на это, хам, будучи верующим, допустил беззаконие в свое сердце. Он отверг власть своего отца, подставил его под удар. Он использовал ошибку Ноя, чтобы раскрыть его грех и осмеять его. Он думал, что его братья присоединятся к нему в этом, и у Ноя уже не будет того статуса, что был раньше. Интересно, что другие братья не имели того же духа. Сказано, Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи своим, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели многоты отца своего. Они почитали власть Ноя, хоть они и знали, что он совершил ошибку. У них был дух почтения. И это показывает, что они правильно относились к его власти, несмотря на его ошибку или грех. Далее сказано, Ной проспался от вина своего и узнал. То есть Дух Божий сошел на него. Он совершил ошибку, но Бог все равно был с ним, поддерживал его власть. Бог дал силу Ною, потому что далее Ной дает пророчество, и это пророчество было против Ханаана. Интересно, что это было пророчество не против Хама, но против Ханаан. Ханаан был сыном Хама. А почему? Ведь это же грех Хама. Если собрать все улики, то можно подумать, что Хам покаялся. Мне кажется, что когда его братья решили отреагировать в духе почтения, Хам увидел свой грех, и он покаялся. Ему стало стыдно, когда он увидел пример своих братьев. И поскольку он покаялся, он не оказался под этим проклятием. К сожалению, поскольку хам допустил бунт в сердце, оно повлияло на одного из его сыновей, Ханаана. Ханаан не покаялся. На самом деле от Ханаана произошли Хананеи. А Хананеи были главным источником зла в древнем мире, Богу пришлось судить их. Мы знаем о Содоме и Гаморе, но когда их грех достиг полноты, вторжение израильтян в землю обетованную стало орудием суда. Все потому, что грех тех людей был ужасен. Они приносили в жертву своих детей и делали ужасные вещи. И так как Ханаан не покаялся, Ной увидел это в духе и провозгласил над ним суд, и сказал: Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал, Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему, да распространит Бог Иофета, и да вселится Он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом Ему. Тот, кто беззаконен, окажется под судом. Это предупреждение даже для верующих. Если вы позволите беззаконию поселиться в вашем сердце, то окажетесь в ужасной опасности. И даже если вы покаетесь позже, вы передадите это своим детям. А вот как часто работает беззаконие. Оно ждет возможности, когда власть согрешает, и тогда она вправе потребовать власть дать ответ. Этот вопрос нужно решать. Но дух беззакония приходит и говорит, это основание для того, чтобы насмехаться над властью, сбросить ее, сжечь структуру власти. По сути, в этом состоит план культурных марксистов. Они хотят сжечь общество. Они хотят уничтожить общество, которое строится на библейском иудейско-христианском основании. И они используют благочестивые причины для этого, но их настоящий план скрыт намного глубже. Они хотят уничтожить основы общества, они хотят заменить их своим утопическим миром. Но каждый раз, когда подобное пытались сделать в прошлом, ничего хорошего из этого не выходило. Потому что настоящая проблема не во власти, а в грехе в человеческом сердце. Убрав власть, вы лишь убираете ограничения для греха. И тогда ад вырывается на свободу. В итоге вы получаете тоталитарную силу, которая захватывает и начинает контролировать все. В итоге вы получаете атеистические, коммунистические правления, такое же государство, которое становится худшим местом для жизни в мире, потому что там нет свободы. И все это происходит от отвержения. Бога и Его власти. А теперь мы рассмотрим следующие божественные институты. Они появились после грехопадения. Грехопадение привело к тому, что зло появилось на земле. Богу нужно было сдерживать зло. Это задача следующих божественных институтов — сдерживать грех и зло, а также помогать в формировании общества, порядка и мира, чтобы Евангелие могло свободно распространяться. После грехопадения и без этих двух божественных институтов, которые сдерживают злом, беззаконие и насилие быстро заполонили бы всю землю. И мы можем прочитать в бытии 6 главе такие слова, и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. «Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Когда не было властей, которые сдерживали грех и преступление, все поступали так, как хотели, и брали, что хотели, из этого зло распространилась по земле, пока на ней не осталась лишь одна праведная власть, Ной и его семья. Осталась лишь одна благочестивая семья, а вот как сильно распространилось зло. Вся земля развратилась из-за зла, беззакония и насилия. Это показывает потребность в следующих двух божественных институтах, которые Бог дал после потопа. После потопа, через завет, который Бог заключил с человечеством через Ноя, Бог дал пятый божественный институт — человеческое правительство. Закон, порядок и справедливость. На самом деле это главная причина существования правительства. У него есть две главные цели, которые проявляются в следующих божественных институтах. Первое ⁇ закон и порядок. Правительство должно нести справедливость, наказывать преступную деятельность. Через божественный институт человеческого правительства Бог дал человеку ответственность и власть, сдерживать зло в обществе и наказывать зло. Когда Каин убил Авеля, не было человеческой власти, которая могла бы наказать Каина. Его отпустили на свободу, но Бог разобрался с Каином, наказав его. Теперь же появилась высшая мера наказания. Она стала высшим символом власти государства, наказывать человека телесно. Дав человеческому правительству право на высшую меру наказания, Бог также дал человеческому правительству ответственность и право исследовать и наказывать за меньшие преступления. Мы видим это в Бытии, 9 главе, 5 стихе, там сказано, «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Ибо человек создан по образу Божию». Он говорит о том, что если кто-то намеренно убивает другого, то он также должен быть убит за это. Он дает нам принцип справедливости, а именно ⁇ жизнь за жизнь ⁇ или другими словами ⁇ глаз за глаз ⁇ Если преступление меньше, то и наказание должно быть меньшим. Но Бог передает задачу правосудия в руки человеческого правительства, чтобы мы разбирались с подобными преступлениями. Главная задача Божественного института человеческого правительства состоит в том, чтобы поддерживать закон и порядок, сдерживать зло, наказывать преступников. Мы видим это в послании к римлянам 13 главе. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Власть существует нам во благо, чтобы у нас был мир и порядок. Если же делай зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он имеет право наказать преступную деятельность вплоть до смертной казни. Он Божий слуга. Он действует под Божьей властью. Отомститель в наказание делающему злое. И потому надо бы наповиноваться не только из страха наказания, не только боясь последствий преступления, но и по совести, а вы должны уважать власть, потому что ее власть идет от Бога. Для сего вы и подать и платите, ибо они Божьи служители всем самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать подать, кому оброк оброк, кому страх страх, кому честь честь. Он ясно говорит, что мы должны подчиняться Божественному институту человеческого правительства. Во власти могут находиться неверующие. Я имею в виду полицейских, судей. Но Бог дал им власть, и мы должны уважать это. Петр говорит о том же. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». Иными словами, когда вы подчиняетесь человеческой власти, вы подчиняетесь Богу. Если же вы не уважаете их, вы проявляете неуважение к Богу. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добром? Настоящие власти должны поощрять тех, кто делает добро, и наказывать тех, кто делает зло. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Вы подчиняетесь Богу, и поэтому вы подчиняетесь властям». Петр говорит далее, «Всех почитайте». Это первый божественный институт. Каждый человек обладает свободной волей, Уважайте их, уважайте ту власть, которую они имеют над своей жизнью. Братство любите, это седьмой божественный институт, церковь. Проявляйте особое почтение братьям и сестрам во Христе. Бойтесь Бога. Он является высшим источником власти. Царя почитайте. Это пятый божественный институт правительства. Это очень важно. Если человеческая власть говорит вам сделать что-то, что противоречит Слову Божьему, то мы должны подчиняться высшей власти, то есть Богу. Когда Петру сказали, чтобы он перестал проповедовать своими Иисусом, он ответил, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком, то есть он сказал, «Вы превышаете свою власть, говоря нам поступать неправильно, и поэтому мы не будем слушаться вас». Но они все равно подчинились им как властям и понесли наказание от властей. Они почтили власти, но не послушались их, потому что они говорили им делать нечто неправильное. Человеческое правительство поставлено и установлено Богом, и поэтому мы должны подчиняться властям. С другой стороны, дух беззакония ищет возможности, чтобы уничтожить эти власти. Но хоть эти власти, полиция, судьи, могут иногда подвести нас и согрешить, и им придется дать за это отчет. Беззаконие пытается уничтожить эти власти. Это еще худшее зло. Шестой божественный институт ⁇ это национальное государство или нация. Он необходим для того, чтобы поддерживать стабильность и ограничивать распространение зла. Об этом говорится в бытии 10 и 11 главах. Мы также читаем во Второзаконии 32 главе, что Бог разделил мир на разные нации или народы и установил границы. В Деяниях 17 главе 26 стихе говорится, что Бог установил границы для разных народов. Разделение человечества на народы произошло при Вавилонской башне. Это было необходимо, потому что сатана хотел использовать человеческое правительство для того, чтобы объединить спадшее человечество под единым мировым правительством. В Бытии 11 главе сказано, «На всей земле был один язык и одно наречие, Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. Бог сказал Ною, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Для этого им нужно было разделиться на разные народы. Но у людей была другая идея. «Давайте установим единое мировое правительство». Звучит отлично. Все люди вместе, под одним лидером, и сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес в Вавилон. Он стал символом единого мирового правительства. Сказано, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Это бунт против Бога, который хотел, чтобы они рассеялись по всему миру. Но они решили стать могущественными. В итоге Бог не позволил им сделать этого. Это был бунт. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон. «Ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Вавилонская башня была первой попыткой сатаны объединить человечество под единым правительством. Немрод был прообразом Антихриста. Сатана планирует создать единое, мировое, тоталитарное правительство под одним правителем, чтобы покорить все человечество своей волей, и отрезать его от Бога, заставив поклоняться Антихристу, а не Богу. Вот как сатана планирует взять человечество под полный контроль. Хоть глобализм и единое мировое правительство могут казаться хорошей идеей, они станут средством для того, чтобы зло захватило весь мир. Человек греховен и растлевается от власти. Абсолютная власть расплевает абсолютно. С помощью сатаны злой человек захватит всю власть и через него захватит весь мир. Бог сдерживает зло, разделяя мир на нации. Если злой диктатор захватит страну, его контроль будет ограничен этой страной. Таким образом, распространение зла будет сдержано. Однажды на Земле наступит единое мировое правительство под Иисусом Христом. Он безгрешен и поэтому достоин того, чтобы управлять всем миром. Сейчас же дух беззакония Сатаны хочет уничтожить все божественные институты национального государства. Сатана особенно хочет уничтожить национализм, превратив его в ругательство. Он хочет уничтожить национальные государства, убрав границы, создав единое мировое правительство, в скорби, в последних три с половиной года сатане удастся установить свое единое мировое правительство. Это будет худшее время в истории. Тогда не будет никакой свободы. Всех заставят принять метку зверя и отвергнуть Бога и его Христа, вместо этого поклоняясь антихристом. Сатана заставит всех поклоняться ему. Это будет тоталитарное правительство, Бог уничтожит эту всемирную империю беззакония, созданную в бунте против Него, точно так же, как когда Он судил бунт людей во время первой Вавилонской башни. А потом Он установит свое царство на всей земле. Бог создал национальное государство, сделав его преградой распространению зла в мире. Если зло проявляется где-то, то оно ограничивается в пределах этого государства. Главная задача и цель государства, во-первых, поддержание закона и порядка, а во-вторых, защита. Государство должно защищаться, вооружаться. Это задача государства. Сильное государство сдерживает распространение зла. Это следующее божественные институты. И в следующий раз мы как раз-таки и закончим наш цикл и рассмотрим с вами последний божественный институт. И это будет церковь нашего Господа Иисуса Христа. Она именно церковь несет его духовную власть на земле. Слава Богу! Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл.